Уважаемые коллеги, добрый вечер. У нас сегодня встреча посвящена публичной дискуссии из цикла, который делается совместно с французским посольством, с центром Ельцина и Политру. Называется он «Мутирующая реальность». На самом деле, может, это название покажется вам странным, но вот есть такой вот нюанс французского языка, который очень точно передает интенцию наших обсуждений. Вот это вот «мутасьон» французское, оно означает изменение с непредсказуемым вектором развития. То есть это непредсказуемые изменения. И в этом была, так сказать, такая глубокая игра слов, которую предложили французы, кстати сказать, это были к нему. И нам показалось, что интрига, по крайней мере, есть. Обсуждать то, что происходит в мире, то, что касается нас всех вместе, и то, что, в чем мы, в общем, сами друг без друга не очень хорошо разберемся. Сегодняшняя встреча называется «Политические кризисы и революции». Совершенно другую, в новую эпоху, которая делает эти кризисы и эти революционные выступления достаточно непонятными. Они выходят из каких-то классических образцов. И нашим основным спикером сегодня является известный французский политолог Мишель Добри. Он профессор факультета политологии Сорбоннского университета. Если у вас есть такая программка, тут все написано. Но я, тем не менее, все-таки вам представлю, те, кто не знает, наших экспертов, которые будут принимать участие в этом круглом столе. Это Андрей Мельвиль, профессор и декан прикладной политологии в Высшей школе экономики. И Алексей Алексеевич Кармуза, который тоже, как я понимаю, профессор, да? Но он заведующий, зам заведующего кафедры по прикладной экономике. Вот такие два прикладника с очень ярким теоретическим мышлением и достаточно известные в политологических кругах примут участие в первой части. Итак, господин Добри, вам слово. Итак, хотел бы быстро поблагодарить всех за прием, культурную службу, посольство, вас, всех московских коллег. Я забываю ваши институты, организации. У меня, в общем, такие привычки хулиганские, гангстерские. Обычно я выхожу за рамки правил игры. Так как это дискуссия, я особенно представляться не буду. Я вообще радикал по натуре своей мысли. Я антикультуралист, радикал. Что это означает? Я не верю ни в силу слова, в пророчество, в предсказания. Я не верю в детерминизм. Не верю. Я думаю, это может стать предметом дискуссии последующей. Я думаю, мы будем говорить о критических явлениях сегодня, о кризисах, революциях. Это предполагает рациональную перспективу, революционную перспективу. То, что я есть, зависит от моих рамок общения, от моих отношений с моим окружением. Перспектива, основанная на отношениях. Я буду говорить о сложных современных системах. Это такие дифференциальные системы в различных секторах, в различных полях. Политическая игра – это не то же самое, что и игра экономическая. Это не то же самое, что игра артистов, актеров.
В академическом мире я выражаюсь как трибун политический. Мой сосед мне скажет, что рынок вам воздаст, потому что он является адептом рынка, рыночных доктрин. Современная Россия и современная Франция и Иран являются сложными системами. Советский Союз, СССР, был сложной системой. Даже когда люди думали, что была какая-то сделка, завязанная на идеологии, что все решалось из единого центра, реальность была другой. Это была сложная система. Все, что я буду говорить сегодня, будет касаться только сложных общественных систем, которые, наверное, существовали не всегда. Остальное я буду обозначать в виде тезисов, чтобы сэкономить время. Посмотрим, как у нас с регламентом. Мне вот сказали о регламенте. Первый тезис. Для того, чтобы понять причину, для того, чтобы понять основания таких процессов, как кризис, восстание, возмущение, переход от одного режима к другому и так далее, есть только один путь. Забыть результат этого процесса. Забыть ту точку, в которую пришел этот процесс. В своем критическом, то, что Дро пришел к власти, забыть, что Ельцин пришел к власти, забыть, что Гитлер пришел в результате к власти и так далее. Революция, кризис, восстание, переход от режима к другому – это категории концепции практического свойства. Эти концепции имеют смысл для социальных акторов. Это очень плохие точки отсчета для понимания того, что происходит в рамках этих критических процессов, явлений. Результаты нас впечатляют. Рефлекторно, то есть мы даже не задумываемся об этом. В кризисе, в революции, в восстании, в мобилизации народной, в критическом процессе мы уверены, и это неправильно, что то, что нуждается в объяснении, это результат. Я понимаю тех, кто так думает, почему люди так думают, но для понимания интеллектуального того, что происходит, это иллюзия, это глупость, потому что результат кризиса или того, что мы называем революцией, мы называем явление кризисом, но результаты могут быть разные. Результаты зачастую, они на полях. Это, если хотите, исторические несчастные случаи, исторические инциденты. И являются плодом стечение обстоятельств. И когда мы начинаем объяснять результаты, создаем какие-то эпопеи, я назову это историзмом, историцизмом. Одна из ловушек для понимания этих критических процессов – это думать, что есть какие-то законы, которые с какой-то точки начальной
приводят к опосредованному какому-то результату, одному, а не другому. Враг. По нему надо стрелять из тяжелой артиллерии. Это историзм. Нет законов. С другой стороны, а то, что доступно общественным наукам, это определить законы не истории, но законы, которые действуют внутри истории. Это единственное возможное. Но это уже было сделано. И есть уже какие-то результаты. Тезис номер два. Я забыл еще один путь. Самое главное забыл сказать. Это... Завершение этого очень простое. Это был главный тезис. Когда мы хотим сделать понятным революции, восстания, кризисы политические, методические, мы рассуждаем так, что результат нужно положить в холодильник, нужно забыть о нем, нужно отложить его в сторону. Нужно постараться найти другое объяснение нечто иному, чем, а не результату. Тезис, второй мой тезис. Критические явления, о которых я говорю, кризис, революции и тому подобное, их никогда нельзя объяснить мотивацией участников этих событий, акторов, которые в той или иной форме, которые в тюрьме заключенные, которые взбунтовались, что то и то, или на социальная группа недовольна, или наоборот довольна. Это общее видение. У нас есть восстание, революция, так сказать, какие-то мобилизации протестующих. И интеллектуальная лень ведет нас к тому, что мы ищем. Мы ищем, а мы это сами, конечно, находим причины, из-за которых эти люди взбунтовались. То есть мы обращаемся сразу же к причинам возмущения. Это легко, как только вы задались таким вопросом, вы открываете для себя. Вы просто разочарованы. Обещаю вам, что разочарование существует, фрустрация существует. И в академическом мире уже больше ее нет. Некоторые фрустрации, социальное разочарование, отчаяние молодых, безработицы, отчуждение, эксплуатация, нелегитимность господствующих классов. Все причины, по которым люди могут быть недовольны. И откуда вытекает тот способ, по которому живет общество. И рассуждая по кругу, мы говорим, поскольку люди взбунтовались, вы делаете вывод, что значит, они были недовольны. Это циркулярное такое рассуждение. Это иллюзия, это глупость. Это не значит, что люди довольны. Нет, это даже скорее наоборот. И вот в этом-то и состоит вся проблема, что в любом обществе, в любой сложной системе, современном, или даже более древней, как-то более старой системе, в каждый момент существует множество социальных сегментов или групп, у которых есть самые вполне закономерные причины, чтобы взбунтоваться, чтобы возмутиться. Если бы эти факторы были бы причиной революции, бунтов, восстаний, у нас бы в наших обществах постоянно происходили бы революции. Это эмпирическая констатация, что революции – это феномены, конечно, редкие, достаточно редкие, относительно редкие. Я не первый, кто говорит об этом, и один американский коллега, которого я очень люблю, он был миллионер, это мой коллега. Я разочарован, поверьте мне.
он еще до меня сказал, хороший, правильный вопрос для общественных наук. Это не почему люди бунтуют, не восстают, но не почему они не восстают чаще, чем это бывает в истории. И трудность, ответ на такой вопрос, это ее невозможно преодолеть. Вы никогда, у вас не получится. Тысячи попыток было перейти от недовольства к объяснению восстания или революции. Вот таким образом, объяснить это коллективным действием. Никогда. То, против чего я выступаю, это не существование недовольства, куча недовольных и куча причин, чтобы возмутиться, смотоваться, но это способность, экспликативная способность вот так вот постигать, изучать, анализировать и восстание, и революцию. Вот именно с этой точки зрения. Тезис номер три. Предмет. Различных состояний. Состояние материи может быть такое: жидкое, твердое, газообразное. Социальные системы, они также бывают различные физические состояния. Поскольку мы говорим о материи, о состоянии, кто среди нас в Москве? Что такое материя? Ведь когда материя достигает газообразное состояние, никто не считает, что больно, что это какая-то патология. Это не патологическое состояние материи, пришедшее в газообразное состояние, по тем причинам, которые связаны. Как это обычное отношение к социальному миру и связано с историей самих общественных наук. Позиция общественников, историков, но историки, они не все social scientists, то есть они не все специалисты-общественники. Не надо об этом говорить. Это очень почтенная такая вид деятельности, но это не те люди, понимаете? Но никому только не говорите об этом, и я, иначе у меня, так сказать, я наделаю себе врагов, как обычно. И обычно ошибка, которую мы делаем, это полагать, что кризисы и революции – это некая патология общественная. Нет. Нужно принять тот факт, ту идею, что социальные системы, а социальная система – это комплексная система, они твердо, они очень прочные иногда. Не все системы, конечно, но у них они не обладают преимуществом, не обязательно обладают такой преимуществом. Я хотел, я пытаюсь, я тут, я немножко экстремистская моя позиция, наверное, покажется вам. Я не говорю, вопрос, они не обладают той структурной стабильностью, как материя. То есть они уязвимы для практической деятельности социальных агентов, социальных акторов или участников общественной деятельности. То есть критические состояния социальной системы, они, это не болезни, это не патологические состояния. Это просто, это некая трансформация общественных отношений, социальных отношений, конъюнктурная такая трансформация общественных отношений, структур того, что мы называем, ну, тут очень спорный, конечно, будет то, что мы называем социальные структуры, политические структуры общества. Так вот, эта идея приводит нас к чему-то, что так и не было определено, не было идентифицировано, ну, то, до тех всех глупостей, о которых я говорю, которые я вам говорю, что приводит нас к идее некой пластичности общественных структур. И тут ловушка. Самая большая ловушка, в которой можно угодить вот таких традиционных концепций, что у нас есть некие структуры, это игнорировать то, что их чувствительность, восприимчивость конкретной действиям социальных акторов, то есть к интенциональной, преднамеренной деятельности.
наши дела, наши действия, которых, к которым мы стремились, они ведут к неким последствиям. Это пластичность социальной структуры. Это важно, чтобы понять, что происходит в том, что мы называем кризис, революция. То есть речь идет о трансформациях состояния наших социальных систем, перехода из одного состояния в другое. Тезис номер 4. Чтобы понять это, нужно допустить. И если вы это допускаете, это значит, можно, наверное, как-то это и объяснить, что критические процессы, они как бы избавляются от социальных условий, исторических, политических условий, их, которые существовали в момент их зарождения. То есть они пытаются от этого избавиться. И здесь я обращусь к одному из моих предков. У меня ведь тоже есть предки. Карл фон Клаузевиц. Это был такой интеллектуал. Прусский генерал. Он известен тем, что он написал, сказал, что война является продолжением политических, так сказать, отношений другими, с политикой другими иными средствами. И кризисы, и революции – это продолжение политических отношений и не обязательно другими средствами. Но интересно здесь у Клаузевица другое. Это почти что пошло, тривиально звучит. Что интересно у Клаузевица, что это положение вместе с другим положением, которое звучит так. Какие бы ни были бы задачи тех, кто идет на войну, которые меня повели на войну, каковы бы ни были причины войны, они могут быть самые разнообразные, какие бы ни были интересы, о которых национальные, иные, другие, какова ни была бы этиология в моем, каждой войны, какие политические причины, которые привели к войне, война, как только она наступила, у нее она живет по своей собственной грамматике, по своей росте и по каким-то эзотерическим причинам, на которых я не буду останавливаться. Война ставит своих участников в ситуацию очень неприятную. И эта невозможность, рост насилия, подъем насилия, который доведен до самых экстремальных крайних точек. Что интересно, у Клаузевица это не война, это способ размышления, его аргументация, его, так сказать, интуиция, что некоторые процессы, они как бы избавляются от социальных, исторических условий, которые их привели к жизни. У них собственная логика, собственный динамизм, собственная динамика. И как только это было произошло, значит, что касается критических процессов, происходящих в сложных системах, вот эта логика, внутренняя логика, это не логика войны, это логика рождается от мобилизации. Вот это, мобилизация – это значит коллективная деятельность, то есть активизация масс. И участники могут быть самыми разными. Их состав может быть неоднороден, но это мобилизации, которые воздействуют конкурентным способом. Огромное множество социальных сфер, секторов, полей сложных других систем, которые, в свою очередь, скажем, мир промышленность, университетский мир, университетская среда, военную, так сказать, среду, экономику и так далее. Но что меня интересует в данном случае, это собственная логика этих критических процессов, которые развиваются на основе такой мобилизации участников, акторов.
И здесь в этом плане мысль Клаузевица, мне кажется, весьма релевантной для исторических, для общественных наук. Тезис номер 5. Я, наверное, дойду до 6-го тезиса, если моя тактика, так сказать, подрывная тактика принесет свои, так сказать, плоды, ну, подрывная тактика в отношении правил нашей игры. Что касается критических процессов, которые мы называем революцией, в комплексах сложных систем, когда они полностью понятными, объяснимыми в своих основных характеристиках, они становятся понятными, если мы их, это жуткое слово, которое я придумал, если их мы понимаем как десекторизация, ну, социального пространства. Мне придется еще объяснить, что это такое. Как только многосекторная мобилизация, так сказать, появляется, проявляется, мы имеем дело с некой логикой, с некой динамикой, специфичной для таких критических процессов, которые пытаются избавиться от, так сказать, своих, так сказать, изначальных причин своего, так сказать, своего появления. То есть есть некая самостоятельность у данных явлений. И, ну, причем это все достаточно элементарно, вот эта десекторизация, вот это, потому что сектора, университеты, например, университетский мир, социальный мир, скажем, профессиональной политики, социальный универсум, или универсум, экономические рынки и так далее, они теряют свою самостоятельность в отношении, по отношению друг к другу. Эти сектора, они теряют свою самостоятельность, свою автономию, они утрачиваются, стираются границы между ними, пропадают. Те социальные границы, они как бы упадают, они обрушиваются. И не хватает никакой хватки. Вот какой-то каждый из этих универсумов, который воздействует на акторов, он теряет свою власть над ними, над акторами социальных процессов. В университетском, в академическом мире цели ведь не такие же, как в политическом универсуме. В экономической сфере также задачи и другие стоят. Так вот, все эти автономии, обычно, это, они весьма относительны, даже в рамках одной системы. И даже при том, что система, которая существует на основе тоталитарной идеологии, и это сложность всегда существовала и продолжает существовать. Нельзя, неверно утверждать, что в СССР коммунистическая партия господствовала над всем. Уверяю вас, что государственная бюрократия, даже вот эти бюрократии, автономные по отношению друг к другу, у них заключали некоторые внутрисекторные компромиссы, шли такие, и гораздо чаще это случалось, чем некие решения, которые принимал аппарат компартии. И часто политбюро, их арена, это было местом компромисса. То есть этот немножко дифференцированный и относительно автономный универсум еще в советскую, так сказать, эру. И я здесь, последний это будет 6-й тезис. Так вот эта десекторизация, стирание границ, которое совершенно иное, которое связано, отличается от той динамики, о которой Клаузевиц, когда насилие достигает каких-то кульминационных своих моментов. Так вот этот феномен десекторизации социальных пространств является ключевым, интеллектуальным ключом, дает к пониманию того,
чтобы сделать объяснимым, понятным то, что давит, например, в критических конъюнктурах, в критические периоды, в критические ситуации, на что воздействует на расчеты, ожидания, восприятие акторов процесса. И эти, что означает также, что они приводят в действие их. Это не все объясняет. Это объясняет многое. И это позволяет открыть огромное количество многих вещей, которых мы до того не замечали или не смогли идентифицировать. Что, например, каковы вот эти обязанности, обязательства? Во-первых, это неуверенность, структурная неуверенность. Почему такая ситуация? Потому что неуверенность может быть психологической. Неуверенность как зыбкость, но здесь, если вот эта неуверенность базируется его источником не в психологии индивидуума, в их некой, по тех патологии, у которых у нас, которые у нас общие с вами, Андрей, да? Андрей вас зовут, да? Вынес. Да, я тоже немножко потерял как-то вот тему. Но именно в трансформациях, конъюнктурных трансформациях социальных структур, перехода состояния в социальных системах под воздействием многосекторных мобилизаций, и эта неуверенность, вот эта зыбкость такова в условиях кризиса, который мы называем революциями, все эти критические процессы, что не только нам неизвестен результат, даже в демократической, так называемой, государстве, полностью демократическом, можно определить демократию как неуверенность, скажем, неясность результата выборов. Но так вот, если неясность, неуверенность не является результатом выборов, это что эффективно, каковы эффективные средства действия? В таких ситуациях, организованное насилие, мы не знаем, что эффективно или нет. Мы не знаем, кто за мной, кто против меня. Дело в том, что идентичность акторов, она как бы стирается, она растворяется. И мы не можем вывести из того, что считал, казалось умным до критического процесса, если они будут, так сказать, умеренными или будут радикалами, эти же акторы. Сейчас заканчивается. И важность действий, что я могу сделать, кто мои союзники, кто мои враги, все это становится предметом данной неуверенности. Социальные отношения теряют, извините меня за... теряют свою объективность, извините меня за такое выражение. Я китайский мандарин, я профессор, я не знаю, как это в России называется, как это называется там, типа, если иерархии существуют в университетах, ученых званий, авторитетов, они все не просто интеллектуалы, и все это существует. То же самое и в других социальных отношениях. Дело в том, что это объективированные социальные отношения, они дезобъективируются. Они... Поэтому эти конъюнктуры, эти ситуации я называю политической текучести. То есть вещи теряют, нарушается порядок вещей, привычный порядок вещей. И второе наблюдение. И дальше я уж прервусь, потому что... Да. Потому что надо. Ну, в какой-то момент надо остановиться. То есть в верхней части цикла крупные кризисы, революции, отсутствие легитимности у власти. Политическая власть теряет легитимность, любой тип власти.
Но не обязательно, чтобы это приводит к критическим процессам, кризисам и революциям. Потому что процесс сам по себе производит делегитимацию, он генерирует делегитимацию некоего аспекта, то есть производит дезобъективацию социальных отношений. Это как маятник. Это акторы могут действовать, считая, что их власти легитимны, что эти авторитеты легитимны, а последствия их действий производят делегитимацию. И такие критические процессы производят, порождают закономерно делегитимацию, ну, не только политических авторитетов или политических властей. Ну, можно наблюдать, скажем, утрату контроля, который обычно требует муж, потери своего, так сказать, власти над женой, вот, отца над своими детьми, власти, тоже утрачивает свою власть. Это процессы долгосрочные. Но что меня интересует, это трансформации, которые можно наблюдать также и в краткосрочной перспективе. Это можно даже увидеть у руководителей, у вожаков, у тех, кто выглядит такими. Это авторитаристы, и вы можете наблюдать это, скажем, в исламской революции в Иране. Это не май 68, не обязательно, я думаю, май 68 года во Франции. То, что мы наблюдаем, потом, результат, это будет совсем другой. Я остановлюсь в этом месте. Чтобы для элегантности, красоты моего доказательства, я испытываю чувство фрустрации или разочарования. Я первый, самый первый, кто разочарован здесь от того, что я, потому что я вам сказал, потому что, конечно, мне хотелось бы вам это все рассказать более подробно и более как-то поумно. Я выгляжу таким эзотеричным, сложным, и я прошу вас меня за это извинить. Спасибо большое. Ну, я не знаю, извинения, конечно, принимаются. Хотя, нет, но... Мне, прежде чем продолжить нашу дискуссию, хотелось бы такие две ироничные вещи запустить в зал. Ну, во-первых, не очень понятно осталось ваше вступление, в котором вы говорили, что не верите в слово, не верите в проповедь, не верите в профессию, а полностью все ваше выступление носило такой мессианский, так сказать, пророческий характер. От экстремиста, методолога, который не верит ни во что, который... На самом деле, рассказал нам одну очень интересную, на самом деле, методологически очень интересную лекцию, но остался один вопрос. О чем вы говорили? Говорили, о каких революциях шла речь? Революции, которые были в европейском мире, скажем, в 18-м, 19-м и, может быть, даже в начале 20 века. Это одна, так сказать, данность, которая нам более или менее хорошо известна. Или революции, которые происходят сейчас? Где, вы говорите, все случайно, где никогда невозможно понять, какие настроения или же недовольство людей приводит к тем или иным поступкам, когда какие-то поступки остаются неинтерпретированными. Ну, я не передо мной не стоит задача повторить вас. Просто теперь очень интересно, как наши партнеры по факультетам прикладной политологии попытаются среагировать на то, что вы говорили исключительно с точки зрения чистой методологии, чистой политической теории. Как они вас услышали? Кого, Андрей, может быть, с вас начнем? Давайте. Спасибо. Спасибо. Я не только услышал, я и прочитал. Я читал много из того, что пишет и писал Мишель. И я очень предвкушаю лекцию Мишеля в четверг перед нашими студентами. Мы ждем этого.
И первая реакция – это какая сила очарования французского ученого языка. Вот вязь образов и концептов, она совершенно не поддается логическому подчас уяснению. И вот я слушал Мишеля, и у меня образ вставал другого великого француза, который писал на темы протеста, революции и бунта, это Альбер Камю, конечно. И стилистика, на самом деле, очень-очень похожая. Я, увы, не способен воспроизводить такой стиль рассуждения. Я как бы мыслю в других несколько категориях и логических рамках, но я, с вашего позволения, буду говорить не только о том, о чем вот Мишель сейчас говорил, но и о том, что как бы я прочитал в тех материалах, которые были нам любезно предоставлены. Вот в пункте третьем Мишель говорил о трансформациях, о пластичности социальных структур в периоды больших, крупных изменений и о роли акторов, о роли агентов, о роли субъектов, которые участвуют в этих трансформациях. И второй сюжет, который мне хочется поднять, это первый тезис Мишеля о том, что следует забыть результат процесса для того, чтобы понять этот процесс. Вещь как бы звучащая парадоксально, но на самом деле у меня есть некоторое предложение, как развить эту логику и, более того, как применить эту логику к возможному рассуждению о протесте, о кризисе, о том, что происходит там наверху, и не только там наверху, но и в других местах. Структуры и акторы. Прежде всего, структуры и акторы. Мишель фактически обращает наше внимание на одну из фундаментальных, ключевых методологических проблем социального и политического анализа, экономического, социального и политического анализа, структуры и акторы. Это логика, эта проблематика восходит и к Энтону Гидденсу, если говорить о социологии, и если в политической науке это Маргарет Арчер, если международное отношение это Александр Уэнд и многие-многие другие. О чем Мишель говорил? Мишель говорил о том, что в периоды подготовки и осуществления крупных социально-политических трансформаций, что движет этими трансформациями? Вырастают ли эти новые структуры, новые порядки из объективных условий, из изменения объективных условий? Демократия, есть ли это порождение и продукт объективных обстоятельств, эволюции объективных условий, экономических, социальных, культурных, цивилизационных и так далее, и так далее? Или же такие драматические изменения и возникновение новых порядков – это может быть продуктом творения, продуктом воления, продуктом выбора. Выбора акторов, которые, несмотря на те или иные условия и обстоятельства, вольны творить, создавать новые политические или случайность, порядки. Третья, да? Конечно, случайность, потому что вот Сагамонов говорил совершенно правильно, непредсказуемость. Это на самом деле тезис и Мишеля. Да. Мы не знаем результатов, мы не знаем, каков будет результат от стечения тех или иных обстоятельств, но здесь есть, Мишель, правильно ли я понимаю, потенциал свободы, потенциал прорыва из неизбежности и детерминированности структур, объективных структур, объективных условий. Демократия, скажем, демократия, новый режим, он
вырастает постепенно, как нас учили классики, классики Баррингтон-Мор и Липсет и прочее, прочее, вырастает ли он из стечения объективных обстоятельств, или, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, автор может выбирать, творить новые порядки. На самом деле это гораздо более оптимистическая позиция, и позиция, которая вытягивает, выводит нас на очень серьезные и теоретические, и практические политические рассуждения, вполне, я бы сказал, актуальные. Здесь есть только одно, я бы позволил себе сделать одно замечание. Все, что говорил, как мне показалось, и то, что я читал у Мишеля Добри, это призыв к такой нормативной социальной методологии. И к проблеме структур и акторов Мишель подходит с этой точки зрения. Я бы добавил, я бы позволил добавить, что на самом деле в нашем распоряжении есть и другое знание, знание эмпирическое, знание ненормативное, знание, которое вырастает из сравнительного анализа казусов, кейсов и, скажем, о влиянии на режимные изменения, влияние на становление новых порядков, что влияет объективные условия, структуры, экономическое развитие, социальное развитие, цивилизационные традиции, культура и так далее, или выбор людей, выбор акторов. Есть масса эмпирических исследований, они появились в последние там меньше, чем в 10 лет, но это то, что нужно, я считаю, включить в рассуждение, если мы говорим о структурах и акторах. И что оказывается? Отчасти сама постановка проблемы – это курица или яйцо. Влияет и то, и другое. Акторы выбирают, выбирают порядки, но делают они это в условиях определенных структур, которые, да, действительно пластичны, и акторы могут их менять. Что показали последние сравнительные эмпирические исследования, что новые порядки, в том числе новые демократические режимы, возникают под влиянием и объективных структурных условий, и ВВП на душу населения, и уровень развития человеческого капитала, человеческого потенциала, образование, детская смертность и так далее, и так далее. Нет времени просто подробно об этом говорить. Но все современные эмпирические исследования и это добавление к нормативной методологии, которую развивает Мишель, эмпирические исследования показывают, что акторы значат, не просто институты значат, выбор акторов значит, они выбирают институциональные дизайны, они выбирают обращаться к насилию или не обращаться к насилию, они выбирают, как относиться к оппозиции и к оппонентам, они выбирают внешнеполитические ориентации и так далее. И второй момент относительно результатов процесса. Очень парадоксальная мысль у Мишеля, она окружена целой вязью рассуждений. Но вот давайте посмотрим, о чем же, как мне кажется, о чем хочет сказать Мишель, или как я бы интерпретировал, как бы я перевел это на язык политической прагматики. События и результаты, условия и последствия. Мне кажется, очень важная рациональная мысль здесь заключается в том, что мы не можем, это неоднократно подчеркивалось и в выступлении, и в публикациях, мы не можем понять процесс, если исключительно опираемся на анализ результата. Мы хотим понять саму динамику процесса и те силы, тенденции, которые в нем участвуют, потому что мы же экзистенциалисты, в конце концов, человек свободен, будущее не предопределено, мы можем выбирать это будущее. И вот это рассуждение подводит меня к, собственно, к теме дискуссии,
о чем Мишель в силу своей, видимо, деликатности не говорил. Кризис, политический кризис. Политический кризис. Давайте поговорим об этом. Если отправляться от методологии рассуждения Мишеля, то я вижу здесь тоже парадокс некий. Все мы как говорим и слышим, и как будто бы интуитивно знаем, что признаки кризиса есть, да? Некоторые коллеги наши по политологическому цеху даже говорят, что речь идет не о кризисе, а о преддверии революции и так далее, осталось там ждать немного. И вот. А с другой стороны, как бы признаки вроде бы есть, а последствий нет. А последствий нет. И кризиса нет. Да? И я бы высказал, может быть, не в унисон, а в перпендикуляр тому, что говорил Мишель, я бы высказал предположение, что на самом деле ситуация, когда признаки кризиса есть, а последствий его нет, означает ситуацию удивительного специфического равновесия, эквилибриума. Я это для себя концептуализирую, понимаю, в виде образа или такой неформальной модели царя горы. Вот представьте себе колокол Гаусса, вот, кстати, вот царь горы условно, это речь идет не об игре царь горы, а об образе власти. Вот царь горы находится на вершине этого холма. Оси этого, этой схемы составляет рента. Вот почему, скажем, эта модель неприменима к большинству успешных трансформаций, которые выводили к демократии из режимов электорального авторитаризма в Центральной Европе. Одна ось – это политическая и экономическая рента, и другая ось – это качество государственности, качество институтов. Человек, коллективный человек, коллективный или индивидуальный царь горы, находящийся на вершине холма, не заинтересован в реформах и изменениях. Он не заинтересован в демократических преобразованиях, он не заинтересован в качестве институтов, потому что это угроза для его монополии. Более того, монополия политическая является условием для монополии экономической, для достижения и извлечения экономической ренты. Это удивительное равновесное состояние, такой почти идеальный эквилибриум, и тем не менее возникает вопрос, а если мы говорим о политических кризисах и драматических радикальных изменениях, что может поколебать вот это равновесие? Возможно ли какие-то факторы, откуда они могут взяться для того, чтобы стать угрозой или фактором изменения в позиции царя горы? Мы знаем, как будто бы, я заканчиваю, коллеги, мы знаем, что, скажем, эти мотивы могут прийти с разных сторон. В принципе, в истории революции, в истории протестов, в истории режимных изменений иногда они приходили снизу, будучи результатом протеста, но это было на самом деле очень и очень редко. В последние 30 лет, может быть, даже 40 лет, начиная там с 1974 года, это случалось, но случалось очень редко. Чаще всего это происходило от расколов в элите наверху, то есть в стане как раз царя горы. Насколько это реалистично, насколько это вероятно, трудно судить, но во всяком случае царь горы вырабатывает очень эффективные инструменты адаптации к изменяющимся настроениям внутри своего круга. Иногда эти импульсы изменений приходили сбоку, от поднимающихся элит вне режима, так бывало там в Прибалтике, в Чехословакии и так далее. Нынешние цари горы в разных типах электорального авторитаризма, как бы и это
учитывают и эффективно ликвидируют эту угрозу сбоку. Ну и, наконец, всегда мы помним, что бывали ситуации, когда импульсы для перемен приходили извне, из глобального извне. В данном случае речь идет, конечно, не о Госдепе, не там о Хиллари Клинтон или Майкле Макфоли, они приходили от изменения глобального контекста, глобального экономического, политического, информационного, культурного и так далее, и так далее. И от включенности стран в разделение труда в экономические, политические и другие международные организации. Положение царя горы не вечно, хотя, завершая, вернусь к той же самой теме, которую поднял Мишель Добри. Признаки есть, а результата нет. А вот, Андрей, вот если, вот, поскольку мы в вашем выступлении потихонечку опускаемся с теоретического Олимпа что-то ближе к Земле, рождается ли из вашего выступления утверждение о том, что в таких странах, как, скажем, Европейский Союз или же Россия, революции невозможны? И тогда конструкция правильно звучит так. Будущее непредсказуемо, потому что революция невозможна. Никогда не говорите никогда. Мы никогда этого не знаем. Я знаю только одно, что от революции ничего хорошего никогда не происходило. Это худший вариант режимных изменений, худший вариант политических изменений. А революции вряд ли возможны в условиях электорального авторитаризма. Потому что именно условия электорального авторитаризма дают совершенно уникальную, иную возможность для перемен. Это выборы. Это выборы. Выборы, которые гораздо более эффективны и дешевы с точки зрения мобилизации действия, с точки зрения решения проблемы коллективного действия. Другое дело, что эти выборы должны мониториться, они должны проверяться и так далее, и так далее. Проблема, на мой взгляд, совершенно в другом. Понятно. Проблема в том, сейчас, в том, что даже если фиксируются некоторые нарушения, некоторые выборы, все равно массовая поддержка электорального результата налицо. Вот проблема. Понятно. Это не очень, правда, понятно, что такое словосочетание «электоральный авторитаризм», но это, видимо, тема отдельного разговора. Я вот, прежде чем предоставить Алексею Карамурзе слово, я, знаете что, я сейчас вот пока, я забыл просто это сказать, когда я слушал Мишеля с большим удовольствием, я вспомнил, значит, 30-40-е годы 19 века, Ипполит Тен посещает Германию. Ипполит Тен, вы на него немножко похожи. Когда он вернулся обратно во Францию, как сейчас помню, да, когда он вернулся обратно, он записал в своих каких-то дневниках, которые потом были опубликованы, совершенно потрясающую фразу. Мне кажется, что она очень уместна к нашей дискуссии. После посещения Германии он пишет: «Народ, который пьет пиво, на революцию не способен». Алексей, как вам все это видится? Спасибо, добрый вечер. Знаете, я, во-первых, хотел бы поблагодарить публичные дискуссии Политру и моего друга Александра Сагамонова за то, что пригласили и тем самым заставили вспомнить молодость боевую и вот эти русско-французские дискуссии и в зале, а потом еще и ночи напролет, потому что в самом начале 90-х годов еще при Горбачеве меня командировали во Францию, я там в общей сложности отработал, преподавал около 2 лет. Прошло 20 лет, и я с удовольствием вспоминаю те дискуссии. Они всегда очень интересны, они всегда забавны, а иногда они очень смешны. Вот и сегодня у нас очень смешная такая новая встреча. Такое впечатление, что 20 лет как не было. Вот, но беда в том, что во Франции-то все уже хорошее, что могло случиться, я надеюсь, уже произошло, а в России хорошего до сих пор еще не случилось. Поэтому, когда мы говорим о революциях, мы говорим о разных вещах. Вы уже на этом берегу. Что вы тут будете делать? Я вот недавно приехал из Парижа,
Я вижу, что вы бог знает чего делаете. Но это на этом берегу уже, на берегу либеральной цивилизации, гражданского общества и демократии. А мы еще на том берегу. Поэтому о какой революции мы сейчас говорим, это надо договориться. Для меня главная революция одна. Она может быть мирная, может быть кровавая, но она дает прогресс. А вот наши революции приносят регресс. И ваши тоже не сразу приносили прогресс. Но вот эта цепочка все-таки к какому-то результату привела. Я вспомнил эти 20-летней давности дискуссии, потому что я приехал тогда в Париж окрыленный. Мы только что издали ключевую для меня, молодого, книгу «Тоталитаризм как исторический феномен». Она получала очень большую прессу, в том числе и во Франции. И вот приехал, так сказать, один из лидеров проекта, ответственный редактор, там, автор текстов. И я приехал туда вот с этим пафосом того, что мы все-таки начали эту либеральную трансформацию, пусть пока в горбачевских формах еще. И я приехал, и я увидел, что настоящие левые-то живут как раз в Париже, а не у нас в Москве. У нас это были не левые, это у нас были бог знает кто. И мы думали, что называли себя правыми, в том смысле, что антилевыми. И я приезжаю в Париж, а он интеллектуальный круг, Сорбонна, Maison de Science de l'Homme, и Sciences Po и так далее. Во главе стоят выдающиеся левые интеллектуалы и все радикалы. Я помню, что там говорили такие правые либералы, их никто не слушал. Зато на лекции Пьера Бурдье, там, Кастриадиса или Клода Лефора ломились залы, причем Париж был лидером еще и третьего мира, он им и остается, кстати. Там аудитория не чисто французская. Смотрят в рот французам, потому что думают, как бы им самим разобраться у себя в третьем мире. И понятно, почему левая идея там тогда доминировала. Она и сейчас доминирует там. Я, кстати, вот сейчас слежу, конечно, здесь политологическая аудитория, наверное, многие связаны с факультетами и так далее, или следят за прессой. И каждый, конечно, знает такую фигуру, она у нас одна сейчас в топе, такой Борис Гурьевич Капустин, мой друг по делу социальной и политической философии, Боря Капустин. Мы его лет 5 назад отправили в Ельский университет, он называл себя либералом-центристом. И вот я смотрю за его трансформацию. Он приезжает каждый год, подписывает у меня очередную командировку в Ельский университет. Он одна из звезд сейчас Ельского университета, знаменитого американского университета. Приезжает и все левеет и левеет. Он уже не называет себя либералом. Сейчас последнее его заявление. Я левый анархист уже. До этого он был левый радикал и так далее. Вот стоило ехать в Ель русскому человеку, чтобы там... Значит, стать леваком и приехать сюда. А сколько у нас бродит замечательных, целое поколение шестидесятников, кто они? Они европейские левые. В европейском контексте они левые, а здесь они не нужны пока. Потому что у нас еще ни гражданского общества, ни капитализма, ни свобод не было. Они нужны для критики либерализма. Когда они критикуют либерализм, вот такого, так сказать, более классического плана, еще до того, как мы его у себя построили, это очень смешно, иногда очень тревожно. Так вот, когда мне здесь рассказали про Клаузевица, о том, что многие вещи уже давно, с 19 века, вот этого ультралевого такого открытой истории, я ее, кстати, поддерживаю, она мне близка, на самом деле это результат поездки в Европу одного русского левого европейца, который здесь оказался совершенно не нужен. Это Александр Иванович Герцен, 200 лет которого мы отпраздновали в прошлом году. Герцен едет в Париж и пишет свои главные тексты на Рю Мариньи и становится абсолютно европейским левым. Если кто-то эту книжку не читал еще, советую вам прочесть. Это результаты такого европейского проекта. Здесь были некоторые коллеги у нас в Институте философии. Международная конференция исключительного уровня, я бы сказал, беспрецедентного, если учесть, что у нас в стране Герцена вообще никто не отмечал 200 лет. Видно, боятся. Ленин его хвалил. Еще прослывешь антидемократом. Кстати, во Владимире в Новгороде демократы содрали мемориальные доски Герцена на том основании, что он как бы не тех будил там и так сказать, не те его хвалили. Так вот, приезжает Герцен во Францию, это текст знаменитого еще одного нашего философа современного, и люди, конечно, его знают, это Эрих Юрьевич Соловьев. Вот Герцен как европейский левый, так, по-моему, текст и называется в нашей книжке, она только что вышла. Так вот, он же сказал знаменитую вещь, которую, по-моему, сегодня Мишель повторил.
ну, в отношении России, просто ее конкретизировал Герцен. Он говорит, Россия может простоять тысячелетия, а может развалиться к сегодняшнему вечеру. Сказал Александр Иванович Герцен на Рю-Марини в Париже. Или вот такая фраза, например, история толкается одновременно во все двери, и какая из них откроется, неизвестно. Это русская идея для людей, которые хотят сломать игру, которая самодержавно-бюрократическая идет. Они готовы ее поломать в любом раскладе. Во Франции ее ломать уже не надо было ни в 19 веке, ни сейчас ее не надо ломать. Можно что-то улучшать, можно очень сильно ухудшить, как опыт показывает. Но принципиально ничего изменить, на мой взгляд, кардинально нельзя. Революция уже позади, а не впереди. В этом смысле. Большая революция, единственная важная революция в истории. Все остальное там могут быть бунты, переворачивание автобусов, там Адрон 68-го года. Это все может быть, но это уже не то. Это внутри уже либеральной цивилизации идет такая, так сказать, более мелкая настройка. У нас этого не произошло. Кстати, идею Герцена в 20 веке поддержали очень многие. Помните знаменитое из апокалипсиса нашего времени выражение Василия Розанова? «Русь слиняла в три дня». Самая мощная империя мира слиняла в три дня. Я, кстати, уже очень плохо говорю по-французски. За 20 лет я его резко ухудшил. Я не знаю, как перевести на французский слово «слиняла». Но русские, по-моему, все поняли. То есть вообще никакая стала. В три дня. А думали, что это колосс такой на все века. Так вот, СССР слинял еще быстрее. Тоже три дня мне показывает один из закоперщиков. 21-е. Три тетки вышли с красными флагами в Севастополе. Больше никто на защиту этой страны вообще не вышел. Потом, через полгода, там Верховный Совет начал вспоминать, за что он голосовал. Голосовал он за суверенитет России. Нет. Слинял Советский Союз три дня. Значит, кому сейчас на очереди линять, это очень большой вопрос. Надо линять, не надо это, или отсюда надо линять, как говорил один у нас, тоже игра слов, простите. Так вот, это русская специфическая проблема. Действительно, ни институты не устоялись, ни личностной мотивации. Как можно это изучать? Ну, по логике, после Андрея Мельвиля, так, думаю, что я еще ниже должен спуститься к прикладной политологии. Он все-таки декан, а я завкафедрой. Так вот, я действительно завкафедрой прикладной политологии, но все-таки моя главная работа – это зав. Отделом политической философии, институт философии. Поэтому, так сказать, я вот в этой парадигме больше работаю. Что мне кажется? Детерминация революционных потрясений есть. Но мы ее не там ищем. Она действительно не в экономике. Она не в экономике. Она не в состоянии там, ухудшения положения трудящихся масс. Это мы все знаем из отличных переводов Токвиля. Еще раз спасибо, так сказать, нашим коллегам западноевропейским. Так вот, про старый режим очень много написано. Когда он падает, тоже написано. Но все равно, даже зная Токвиля, мне кажется, что можно найти другие детерминанты. Я считаю, что революция – это моральный акт, а не экономический. Это выступление и взрыв моральный. Он не зависит от материального положения. Потому что люди, которые лежат очень низко, они уже не морализируют, они выживают. Значит, должен быть определенный уровень, когда у человека есть хотя бы досуг для того, чтобы задуматься о каких-то высших вещах. Поэтому здесь детерминация, на мой взгляд, такая. Все революции порождаются реакцией. Это первый тезис. В революциях виноват ансьен режим, старый порядок, а не кто-то иной. Он может трансформироваться. Он может трансформироваться за счет, ну, хотите называть это, революции сверху, реформы сверху и так далее. Очень часто так и получается. Но чаще всего это такой взаимный симбиоз поддержки снизу и некоторой трансформации сверху, там, за счет раскола элит, там, и так далее. Но главная суть, конечно, что борьба между элитой правящей и контрэлитой, которая стремится к власти, это борьба идет на площадке морали.
И здесь есть конкретизация, я о ней довольно много писал, это легко пробить по интернету и посмотреть эту мою позицию. Мне кажется, она достаточно была аргументированная, я до сих пор считаю, что она довольно оригинальна, потому что ну, по индексу цитирования она именно так и проходит. Значит, что такое, на мой взгляд, революция и контрреволюция? Это игра с проблематикой исторической вины. Проблематика вины, здесь я частично на философском поле сейчас выступаю, именно узурпация, монополизация проблематики вины ведет к тому, что поднимается одна элитарная группировка, опускается другая. То есть, если ты обвиноватишь, не свергнешь, ты ее не свергнешь просто так. Ты сначала ее должен обвинить. Действующая власть, она, естественно, не остается в долгу и во всех грехах обвиняет оппозицию. Мы это сейчас очень, очень видим, причем власть актуальная переигрывает оппозицию. Потому что, честно говоря, вот этот разнотык, когда непонятно, за что обвиняют, и разные силы обвиняют, разбить их поодиночке очень легко. Так вот, заметьте, все революции, в том числе, кстати, и французская, она создавалась не на основе какого-то экономического детерминизма и даже политического детерминизма. И здесь я тоже, как и ведущий Александр Сагамонов, не совсем понял позицию. Мы что, отрицаем роль интеллигенции в революции? Мне кажется, что не можем отрицать. Во всяком случае, после русской революции я больше всего знаю французскую революцию во всех ее звеньях. Мне кажется, что не было бы французской революции без трактатов раннего либерала Вольтера и без трактатов раннего либерала Руссо. Они с разных сторон подпиливали древо, смех, высмеивание, узурпация проблематики юмора, анекдотов. Вот я, так сказать, в своих лекциях рассказываю, как, когда Вольтер жил на территории Швейцарии, он снаряжал целый караван через гору и писал там, Д'Аламберу, посылаю тебе целый тюк крысомора. Это его трактаты, которые он писал каждый день. Вот эти памфлеты против ансьен режим. Посылаю целый тюк крысомора, от нее гадине не поздоровится. И действительно, он собирал вот эту вот в памфлетной форме вот эту идею анекдотов, сплетен, очень точных заявлений, метафор и так далее, которые создавали совершенно другую атмосферу в обществе. Также сработал и ранний демократ Руссо, хотя при жизни они друг друга ненавидели, но они с разных сторон подпиливали это. Дальше, насчет просто проповеди. Ну не будут французы, даже самые левые и радикальные, отрицать, да на самом деле это просто невозможно отрицать. Роль речей таких великих ораторов, как Мирабо, например, или Абад-Сиес, без их проповедей политических не было бы революции. Они создавали вот эту слуховую культуру, их можно было выйти послушать. Да, Робеспьера задвинули в дальний угол. Мирабо остается ключевой фигурой. Впоследствии Дантон. Дальше. Возьмем публицистику. Не было бы французской революции без публицистики. Там Камилла де Мулена или Марата. С разных сторон тоже подпиливали. Но оба создавали вот эту атмосферу, что так жить нельзя. Это вне морально, что власть неправедная и должна быть сменена. Вот этот комплекс детерминировался, и именно так и сделали. С одной стороны, подтачивал Андрей Дмитриевич Сахаров, с другой стороны, Александр Исаевич Солженицын. Абсолютно разные люди, но подпиливали эту штуку. Вот дободались телята с дубом, и дуб рухнул. А что еще-то у нас было? Мы что, очень плохо жили? Да нет. Сейчас многие вспомнят, что хорошо жить. Да жили-то, ну жили. А вот когда в какой-то момент стало ясно, что эта власть неправедная, что смеховая культура была перехвачена оппозицией, что стало хорошим тоном уже власть не только иронизировать над ней, но смеяться над ней. Вот тут-то и начинается революция. Как она будет так технически проделана? Это следующий вопрос. И заметьте, получившиеся революции, в том числе сначала наша, которая в итоге, я же сейчас думаю не только о том, что у нас в 90-е, начало годов случилось, и потом, то есть сейчас, но на том же самом, в общем-то, поскользнулось и временное правительство 17-го года. Хотя революция февральская была абсолютно моральная, там разговоры о том, что не было хлеба, ерунда, о том, что мы именно в этот момент проигрывали войну, тоже ерунда. Если бы продержалось, мы, может быть, участвовали бы в победоносной коалиции, разделили, может, Милюков бы получил свои проливы там и так далее.
Но не продержалась эта власть, потому что она абсолютно развалилась морально. Через Распутина, через слухи, кстати. Ведь неморальную можно ситуацию создавать искусственно. Да, лишнего на кадеты те же самые, лишнего на Александру Федоровну, покойницу, там нагрешили. Но сработало же. Значит, перехват моральной проблематики. Вот что тогда сыграл. Продержались они полгода. Потому что на самом деле предложить взамен моральную власть они не сумели. Так же, как и мы в 90-е годы, и сейчас это очевидно, не сумели предложить моральную альтернативу. В борьбе со злом озлобились сами. В борьбе так жить нельзя, не предложили модели, по которой можно жить и так далее. Поэтому детерминацию надо искать, она есть. Иначе нет никакой прикладной политологии, коллеги. Тогда это действительно либо заговоры, либо разговоры, а политологии нет. Значит, если это наука, детерминация должна быть. Но просто можно тоньше работать, искать ее в нестандартных вещах. Я, например, ее ищу и частично нахожу в проблематике, в том числе и религиозно-философской, между прочим, которую мы вообще, либералы, не любят религиозно-философскую проблематику. А почитать Бердяева, например, Федотова, Вейдли, людей христианских, вот там найти ту мораль, которая может стать революционной моралью без кавычек. Федор Степун, конечно, и другие, тоже, кстати, в Париже прожившего и закончившего свою жизнь. Наши косточки лежат там. Я месяц назад был на Сен-Женевьев-де-Буа. Поэтому еще раз хочу высказать свою солидарность с нашими французскими коллегами, но давайте понимать все-таки степень проблемы и проблемности того, что мы ищем. Революция одна бывает. Вы ее, к счастью, плохо или хорошо, с огромными издержками сделали. Мы ее еще не сделали. Но я считаю, что ее нужно сделать. Я не боюсь слова «революция», она может быть в совершенно разных формах. Мне совершенно чужда идея Достоевского, который, кстати, читал Вольтера. Вольтер в свое время в дневнике писателя, прямо есть эта ссылка, Достоевский пишет, Вольтер говорил так, англичане сделали свою революцию примерно за 20 лет, 1640-1660, вот это знаменитое, так сказать, дно, на которое они упали, но потом вырулили. Франция, пишет Вольтер, за 20 лет не сделает революцию. Нам 150 лет еще ковыряться, говорил Вольтер. И они действительно ковырялись 150 лет. А в дневнике писателя Достоевский пишет, а мы, если начнем, вообще никогда не кончим, пишет Вольтер. То есть есть у революции начало, нет у революции конца. Это сказал на самом деле Достоевский. Хотя потом ничего с этого, так сказать, материального не поймет. Поэтому вот проблема. Стоит ли затеваться вообще, да? Или стоит помалкивать, пусть будет как будет. Я считаю, что революция, она в этом смысле так или иначе произойдет. Просто она будет неуправляемая, а идея управляемого хаоса в России не прошла. В свое время Милюков думал, пусть они топочут, шум создают за сценой, а на авансцене будем играть мы. Пусть, будем показывать, не хочешь со мной договариваться, вон дядя с топором стоит, тогда договаривайся с ним. Так вот, не получилось так. Дядя с топором выкинул всех. И старый режим, и тот режим, который думал, что он очень хитрый, и с помощью этого дяди установит здесь либерализм. Поиски должны быть совершенно новые, к чему я всех нас и призываю. Собственно говоря, мы этим, я вот сейчас вижу лица своих друзей, не, конечно, привык к свету, и вижу, что есть люди, которые мы с этим делом мучаемся лет 20-25 уже. Ну ничего, помучаемся, но сделать надо. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Алексей Алексеевич. Видите как. Очень затруднительное положение, потому что весьма сложно быть модератором у трех пророков.
Обычно пророки выступают по очереди, а тут три пророка оказались сразу в одном месте и в одной содержательной точке. Мне бы хотелось бы все-таки обратиться в зал, потому что, на самом деле, поломать пророческую линию, да, нет, сначала поломать пророческий станс нашего обсуждения можно только в том случае, если начинать обсуждать пророков или же задавать им вопросы, чего, как вы знаете, никогда раньше не бывало. Для меня сегодняшнее событие – показатель того, что революция назревает. Потому что и зал полный, и люди этим интересуются, и ситуация к этому наверняка идет. Это первое. Второе, если... Что? Четвертый пророк. Четвертый, да. Значит, если говорить о, так сказать, содержательной стороне. Ну, понимаете, это не бином Ньютона. В политологии давно известно, что существуют точки бифуркации. Что в этих точках, так сказать, может быть много входов, и неизвестно, какие при этом получатся выходы. Это закон политологии. В этом нету, так сказать, никакого, так сказать, пророчества, никакого открытия. Это первое. Второе состоит в том, что действительно вот в любых событиях политических присутствуют, с одной стороны, институты и акторы, как говорил Андрей Милюнин, с другой стороны, есть иррациональное и рациональное. Вот так устроена жизнь. Дело в том, что политику делают люди. Они придумывают институты, они заставляют их работать, они поступают иногда рационально, иногда иррационально. Вот на самом деле отправная точка. Я абсолютно согласен с моим коллегой и другом Лешей насчет того, что революции, так же как и разрухи, они происходят прежде всего в головах. Прежде всего они происходят в головах. Помните знаменитую цитату по поводу разрухи. Точно так же мы сегодня можем сказать по поводу любого изменения. Следующий тезис. Да, социальные системы сложные. Вообще не бывает простых систем в мире. Если мы произносим слово «система», то это уже понятие сложное. Более того, тут совершенно забыли еще об одном очень важном моменте. Системы не бывают закрытые. Это придуманные, они всегда открытые, всегда есть внешние факторы, всегда есть внешние воздействия. И рассуждать о, так сказать, эластичности и неэластичности системы, наверное, хорошо, но я бы предложил совершенно другую трактовку, так сказать, возникновения кризиса. Социальная система стареет, загнивает, и какая бы совершенно она ни была, она должна развиваться. И если она развивается без, так сказать, не скачками, а рационально, значит, она вышла именно в состоянии, когда она способна к самореализации, к саморазвитию. И Алексей абсолютно прав. Значит, вот то, что произошли великие революции, они создали системы, способные к самоорганизации, к саморазвитию. Им революции не нужны. Им нужны трансформации, они могут быть более плавные, менее плавные, могут быть с какими-то столкновениями интересов. Это нормальный процесс, но там это уже не те революции. Мы же, к сожалению, находимся в системе, которая еще не обладает способностью к саморазвитию, к самореорганизации. И мы все равно этот перелом пройдем, либо эта система развалится вообще. Другого пути здесь нету. Система, не способная к саморазвитию, к самоорганизации, не жизнеспособна. Это надо точно понимать. Это показывает вся мировая история, политология, что хотите. Любая наука вам покажет. Я вообще по первому образованию системщик. Поэтому я могу говорить, при технических системах происходят абсолютно такие же истории. Вот это, на мой взгляд, очень важно. И вот это мы должны сегодня прекрасно понимать. Естественно, можно придумывать всякие, так сказать, красивые идеи, быть радикалом. Я, может быть, так сказать, как известен, как самый радикал. Я тоже считаю, что обязательно эта система, которая сегодня существует, сломается. Ей просто некуда деваться, потому что она потеряла способность к саморазвитию. А нужно ли искать мотивацию? Да, она всегда есть. Вот не может произойти бифуркация, не может произойти излом политической системы, если к этому нет обстоятельств. В чем-то я с Алексеем согласен, но дело заключается в том, что это комплекс обстоятельств. Это могут быть и экономические, и социальные, и политические условия, и культурные, и идеология. Но самое главное, что мы живем совершенно в другом еще историческом периоде. Мы живем совершенно в другом цивилизационном периоде. Я тоже, так сказать, небольшой любитель историков, так же, как и профессор Дюва. Дело все в том, что сегодня исторические аналогии практически неприменимы в новой цивилизации. В этой новой цивилизации появляются совершенно другие вещи. Тут всем прекрасно понятно, что мы живем совершенно в другую информационную эпоху. И совершенно другая информационная среда порождает совершенно другие условия тех же самых трансформаций. Спасибо. Вот если вкратце. Спасибо большое. Игорь Карич, да, прошу вас. Да. Да. Генеральный директор журнала «Знание и сила». Друзья, я вас очень прошу, вот чуть-чуть более сконцентрированно, да. Ладно? Потому что у нас время. Да, постараюсь быть кратким. Значит, есть один фактор, который для меня очень существенный. Здесь его упомянули только один раз, и, по-моему, так вскользь. Это культура. Но культура
как феномен, который фактически, на мой взгляд, определяет и экономику, и политику. И, кстати, пример очень простой. В Советском Союзе фактически три было разных страны. Прибалтика, Россия, Украина, там, Белоруссия, ну, Грузия, Средняя Азия. Три разных страны, три разных экономики и три разных, в общем-то, формы жизни. Я рос в Прибалтике, могу вам сказать, что с Россией не сравнить было. А в чем разница? В культуре. Разница была в культуре. Значит, на мой взгляд, культура многое определяет, если не все, то многое. И, по крайней мере, последствия тех революций, которые имели место, ну, в России уж точно. Культура делится там на политическую, правовую, культура самоорганизации, у нас его нет, умение самоорганизации. Крайне важный момент – это уважение к человеческой личности. Это феномен культурный. В истории России фактически никогда не было уважения к личности и, соответственно, обратной его стороны самоуважения. Отсюда та арабская психология, которая до сих пор присутствует у значительной части россиян. Я прошу вас судить о России не по Москве, не по этой аудитории, а, в общем-то, по тому среднестатистическому россиянину, для которого свобода не является ценностью. Там иные ценностные установки у многих россиян. Какой либерализм тут развивать, если фактически вот эти установки, в первую очередь отношение к свободе, там иные. Это не ценность для многих людей. И они не понимают того, что свобода, в общем-то, связана с ответственностью человека и за себя, и в какой-то мере за страну. Вот посмотрите, та организация власти, которая была в Российской империи, потом в Советском Союзе и сейчас, она одна и та же. Это такая строгая иерархическая, жесткая структура. И те же самые отношения человека и государства. Фактически мы продолжаем жить для государства. У нас такой среднестатистический человек живет для государства. Чиновники этого добиваются. Мне кажется, что все это определило те результаты двух революций. И той, которая кончилась переворотом октябрьским, и той, которая была в 91 году. Мы имеем практически ту же систему власти, потому что культура у нас мало изменилась. Да, мы сейчас летаем в космос, говорим по мобильным телефонам, пользуемся ноутбуками, а фактически вот в какой-то основной системе ценностей, основная часть России осталась в прошлом, это традиционное общество, отсюда и тот результат, который мы получили после 91 года. Так что есть факторы, которые определяют результат революции, я, по крайней мере, их вижу. Спасибо. Спасибо, Игорь. Правда, у нас тут возникло сомнение, летаем ли мы в космос. Да, пожалуйста. За всех не говори. Значит, Петр Филиппов, проект «Уроки 90-х». Я хочу вернуться к теме профессора Добри и привести два примера о том, как влияют акторы, действующие лица, и как влияет изменение условий и тема, близкая мне из экономических реформ. Смотрите, от одной фразы, которая была записана в законе о приватизации, будет ли это собственность трудового коллектива или будет это собственность членов трудового коллектива, получалось два пути. Либо мы идем по югославскому варианту югославского рыночного социализма со всеми тупиками, которые ему присущи, либо мы идем в капитализм с акциями, с частной собственностью. Это первый пример акторов, действий акторов. Но кроме этого были и объективные условия. Посмотрите, в середине 90-х годов любой мелкий предприниматель имел крышу. И крыша эта, как правило, была бандитская крыша. Это было естественно, это было нормально. Я, например, знаю, ну, не присутствовал, но мне передали разговор бандита с предпринимателем. Бандит смеется, говорит, это что, магазин твой? Ну, если ты мне платишь, значит, это мой магазин. Бандит его крышевал. Сегодня, если вы проведете опрос среди мелких предпринимателей, никто из них бандитов в качестве крыши не имеет. Сегодня крышуют кто? Люди в погонах. А почему так произошло? Это произошел естественный процесс смыкания интересов предпринимателей, которые видели гораздо большую защиту в лице, ну, скажем так, бандитов в погонах, так, стационарных бандитов, и людей, которые хотели занять место, ну, обычных гражданских бандитов, хотели крышевать. Вот вам два примера. Я хотел бы остановиться на том, а что может изменить. Вот Алексей говорил о комплексе вины.
А вы знаете, Злобин опубликовал, по-моему, совершенно революционную книжку. Она так называется «Живут же люди» об обычной жизни американских граждан. Так? Вот эта книга, которая рассказывает о реальных процессах, о том, как реально живут люди, оказывает исключительно революционизирующее воздействие на достаточно широкие слои населения. Почему? Потому что, как утверждают этологи, вот сравнение жизни в нашем племени с жизнью в соседнем племени чрезвычайно актуально для членов племени. Мы хотим все время знать, как они там живут и почему они живут лучше. Вот если информация о том, как устроена жизнь за бугром, будет достаточно широко распространена в России, это будет очень большим стимулом. Я могу задать несколько контрольных вопросов, например, о том, как организовано здравоохранение в Сингапуре, которое в два раза дешевле, чем в России, и занимает лучшее место. Или может ли американский гражданин выступать в качестве обвинителя, заменяя прокурора по любой статье Уголовного кодекса? И уверен, что 90% присутствующих в зале правильного ответа не даст. Просто говорит о том, что мы еще папуасы. Вот выйти из состояния папуасов на состояние цивилизованных европейцев, это и есть наша задача. Спасибо, Петр. Правда, папуасов мало интересует мнение соседних племен, до них надо доплыть. Вы говорили все-таки немножко про других. Но вы меня испугали, конечно, в какой-то момент, когда сказали, как криминал был сменен на людей в погонах. Я подумал, неужели это пример смены акторов на структуры? Это изменение в структуре. Это произошло из структурной Не знаю. Но, видимо, это прогресс, и Рита, да, это революционно. Окей. Так, господа, прошу вас, да. Да-да-да, прошу. Сергей Могарев, факультет социологии РГГУ. Уважаемые коллеги, честно говоря, немножко удивляет такой благостный и юморной тон обсуждений. При всем уважении к тем, кто уже выступил. Позвольте добавить, ну, так сказать, кое-какой не очень веселой проблематики. Каковы риски российского общества, ну а потом уже и государства, в случае отказа групп господства от декларированной еще не так давно модернизации? Они катаются как сыр в масле и имеют уже запасные аэродромы. Им модернизация совершенно не нужна. Достаточно указать хотя бы на один фактор риска. Вдруг в ходе инновационно-демократической модернизации произойдет чудо, и суд станет независимым. Естественно, возникнет вопрос о правомерности тех механизмов обогащения, которые были использованы. Достаточно даже сделать менее жесткое утверждение. Вдруг суд будет переподчинен другому клану. Посмотрите на судьбу Ходорковского, посмотрите на судьбу Юрия Михайловича Лужкова. У бедняги те суды, где он выиграл 60 исков за 18 лет пребывания в кресле мэра, суды, те же самые суды, вообще перестали принимать иски о защите его деловой репутации, чести и достоинства. Еще несколько факторов. Небезызвестный Василий Осипович Ключевский говаривал: «Отечественная история в сущности не учит ничему, она только наказывает за невыученные уроки». Коллеги, в свое время Макс Вебер в одной из своих статей о России первых лет 20 века написал: когда знакомишься с государственными документами Российской империи, поражаешься, как тщательно они были сделаны, сколько в них вложено было труда, но все направлены к одной и той же цели – воспроизводство полицейщины. Бессмысленность этой цели ужасает. Это было опубликовано в 1906 году. Промелькнуло 11 лет, история наглядно продемонстрировала. Полицейщина не самый надежный интегратор социума. Что возвели революционеры и победители на обломках полицейщины в имперской версии? Они воздвигли еще более жесткую и кровавую полицейщину. История вновь подтвердила. Через три поколения, через 74 года это полицейское государство развалилось. Что воздвигают ныне правящие элиты на наших глазах? Каковы перспективы? Еще один в связи с этим сюжет. В 1862 году, если не изменяет память, в крупных городах пошла гулять прокламация «Россия молодая», где было четко сформулировано,
Россия вступает в революционный период, и были сформулированы все основные концептуальные положения грядущего через полвека большевизма, в том числе истребление правящей династии. Общество увидело? Ничего подобного. Таки грянула та самая революция. Теперь, что касается советских элит. Они что, понимали, к чему они ведут вторую сверхдержаву? Одно из двух. Либо они коллективные самоубийцы, либо они самым искренним образом не понимали, в каком направлении они направляют советское государство. Чем дело кончилось, мы знаем. Я позволю себе еще одну небольшую реплику. Есть такая штука, которая называется социокультурный раскол. О ней Игорь Харич уже так вскользь упомянул. Уважаемые коллеги, если понимать культуру как совокупность программ деятельности, то социокультурный раскол по существу означает, что имеются блоки несовместимых программ деятельности. Наш 20 век, гражданская война, голодомор, раскулачивание, ГУЛАГ отчетливо это продемонстрировали. Социокультурный раскол запустил процессы национального самоистребления. Социокультурный раскол в несколько иных версиях воспроизводится и на наших глазах. Достаточно указать уже на заоблачную совершенно имущественную поляризацию. И много еще чего. Ну, допустим, культура коренного населения и культура миллионных, скажем, потоков мигрантов. И прочее, прочее, прочее. Колоссальная поляризация в финансовой обеспеченности жителей различных регионов, а следовательно, различия в их жизненных социальных перспективах. Уважаемые коллеги, мне кажется, что такая проблематика, как риск отказа правящих элит России от модернизации, должна стать как минимум одной из тех проблем, которые ученое сообщество обсуждает. Благодарю за внимание. Спасибо, Сережа. Я так понимаю, что список пророков продолжается, да? Кто еще хочет выступить? Два выступления. Хорошо, пожалуйста, по несколько минут, прошу вас. Григорий Глазков. Я, может быть, перпендикулярно скажу тому, что говорилось. Да уже здесь только было перпендикулярно? Нет, не в противоречие, а именно вот перпендикулярно, просто под другим углом. Много перпендикуляров. Это хорошо, мне кажется. Это дает такую многомерность, может быть, картины. А мой перпендикуляр такой. Я вот как-то воспринимаю Россию сейчас. Вот, у меня такое ощущение. Мне кажется, что оно как бы не только у меня, но оно пока еще не очень артикулировано, что Россия, в общем, не является страной. Вот современная Россия, Российская Федерация, не является страной. Не случайно это некая территория, вот сейчас. Да, территория, она контролируется некоторой группой людей, некоторой силовой группировкой. Вот, есть еще, знаете, довольно популярная сейчас модель режима как оккупационного. Она, в принципе, довольно продуктивна, можно. Но я сейчас эту линию не хочу развивать. А вот то, что... Мы тут говорим вот про эволюции, да, про кризисы. А где, собственно говоря, происходит Россия, на мой взгляд, когда развалился Советский Союз, страной не смогла стать и до сих пор не стала. Вот, поэтому, когда мы говорим, вот кризис, а где он, собственно говоря, этот кризис? Вот, мне кажется, что это отчасти, может быть, объясняет вот, те попытки вернуться вот в Советский Союз, который происходит, там есть много разных объяснений, естественно. Но одно из них, вот я хочу предложить, заключается в том, что, вы знаете, да, когда вот мы потеряли вещь, есть такой хороший способ ее найти. Да, вот никак не можем найти. Надо вернуться в то же самое место, где я был, занять то же самое положение в пространстве, и все, и вспомнится. И вещь обычно находится в 90% случаев. Вот такое впечатление, что сейчас вот власть пытается, где-то же была же страна-то, да, и такая вот попытка вернуться в это же самое место. Понятно. Вот, мне кажется, что вот пока мы вот не осознаем, что страна просто Российская
России не существует и граждан нет страны. Слово «россияне», ну это, в общем, как-то совсем смешное слово, которое абсолютно не вошло и не войдет, я думаю, в обиход. Вот, в общем, обсуждать, что будет вот с этой территорией, да, вот с этой единицей непонятной, довольно сложно. Спасибо. Спасибо. Нет, вот сюда, пожалуйста. Вот, вперед. Григорий Чудновский. Имею такой богатый набор здесь высказываний, что можно было бы по всем пройтись. Но я хотел найти такую маленькую ячейку, в которой прикладники, политологи, они не занимаются маленькими ячейками. Все равно крупные дела, акторы, я не понимаю этого слова. А я хочу найти такую маленькую ячейку, где, например, проверить вот этот выдающийся принцип профессора Кармурзы, который он считает уникальным, это вот императив моральный, да, нравственный. И у меня серьезные сомнения, что он работающий. И вот маленькую ячейку, и, наверное, я единственный, и первый, и последний, кто скажет о России. А я хочу все-таки, чтобы какое-то приземление было к российской действительно. Возможно ли у нас революция? И вот я пробую найти этот сегмент. Наука. Куда более моральная. Тут большинство людей взрослого населения связаны с наукой. Я тоже много лет проработал в академгородке новосибирском. И считал, что то общество, где я нахожусь, оно сверхморальным. Оно занимается наукой и плодит не просто идеальные идеи, а еще практикой. И вообще это сообщество честных людей, так мне казалось, по той юности. Ну вот мы сегодня взорвались внезапно. Мы – это научное сообщество плагиатами, диссертациями, распространенными во всех сферах, и они фальшивые все, и они недействительные. И я думал, вот как-то так, что вот это моральное сообщество академиков взорвется по поводу этого, что ни администраторы, ни прокуратура должна заниматься вообще плагиатами. Не их вещь, не вечная, да? Пусть занимаются кражами и другими вещами. А вроде бы наука и фундаментальная, скорее всего, да не получается. Не получается этого нравственного императива. Видимо, Сахаровых мало. Никто не хочет сегодня умирать. Это тоже из фильма. Просто не хочет. Все как-то устроились в своих ячейках и не собираются консолидироваться на что-то. Но на преодоление этого порока конкретного, который я сказал. Поэтому не работает этот императив. И точно так же, какой сегмент мы не начнем разбирать, иной. Армия, военно-промышленный комплекс, религия, та же история. Все аморально. Одни люди вчера были коммунистами, сегодня они держат церковную свечку и ходят и пропагандируют христианский мир на небе. Не коммунизм на земле, как это было тогда, а там вот где-то, после смерти. Значит, ничего не получается, и похоже на то, что Россия тогда рухнет без революций, когда просто не выдержит верх. Верх действительно продолжает сгнивать, есть много этих признаков, но он действительно умело и выруливает из плохих положений и падений. Избавляется от людей, использует новые методологии, но у него сильный еще ресурс и резерв. Довольно сильно, ему ничего невозможно противопоставить. И мозги тоже в том числе. Вся оппозиция конфликтует между собой. Поэтому нет этой консолидации. Значит, не будет снизу революции, не будет ее долго. И подождем, как пилит сук тот, кто управляет нашим государством. Спасибо. Спасибо большое. Мы, значит, с вами завершаем и теперь поступим таким образом, как бы сказать, в обратном порядке. Каждый из наших экспертов имеет возможность на последнее слово, пророческое, а может быть, не пророческое. Две минуты. Алексей Карамурза, Андрей Мельник, пожалуйста, Андрей. Коллеги, вы знаете, когда я говорил о наших дискуссиях 20-летних давности и сегодняшней, то, может быть, меня поняли так, что мы бродим по одним и тем же кругам. Я для себя так не формулирую. Мне сегодняшняя дискуссия понравилась. Я в первую очередь хочу поблагодарить Мишеля и Андрея. И я скажу за те мысли, которые, в общем-то, я всегда пытаюсь как-то синтезировать и свою концепцию как-то уточнять, улучшать. Вот я вспоминаю такую фразу знаменитого Маклакова Василия Алексеевича.
Я сейчас переиздал с помощью МШПИ, написал введение к его мемуарам. Это, конечно, ключевая фигура, которая... Был кадетом, с одной стороны, а с другой стороны оппонировал Милюкову за то, что тот дружил с радикалами-социалистами. Он считал, что либералы должны держать свою линию. И в этом смысле лучше было общаться со Столыпиным, чем с эсерами, например, и тем более с социал-демократами большевистского типа. Вот он сказал очень важную вещь, а прожил он 93 года. Скончался, когда уже после Второй мировой войны, он сказал такую горькую вещь в последних мемуарах. Мы хотели спасти Россию, а не смогли спасти даже самих себя. Вот у нас здесь такая субкультура небольшая. Люди все, даже я считаю, что «Московская правда» здесь высказалась внутри нашей субкультуры, интеллигентской. Она переживает примерно за то же самое, за что и мы. Немножко по-другому. Так вот, можно ли здесь спасти интеллигентскую, так либеральную, условно говоря, европейскую субкультуру, при том, что мы не претендуем на спасение России в целом. Тем более, что тут сказали, что она совсем разная. Мы опять должны тогда брать на себя ответственность за Среднюю Азию, за вот эту культуру, где ничего не происходит, как выяснилось. Хотя это я не могу с этим до конца сказать. Но тем не менее, можно ли здесь как-то устроиться так, чтобы жить прилично, хотя бы спасти самих себя? Или отсюда надо действительно тогда уезжать, поскольку это государство не наше? Это первый вопрос, который появился у меня в связи с тем, что я слышал у Мишеля. Он прекрасную вещь сказал, что сейчас общество очень сегментировано. И я так понимаю, что он не отрицает возможности совершения микрореволюции в сегменте каком-то. Вот. Не глобальной революции, с неизвестными последствиями и с неизвестной социальной базой. Я подозреваю, что базы у нас нет. Вот такой вот фундаментальный общероссийский. Можно ли провести хотя бы в том круге? Вот, на мой взгляд, Болотные, Сахарова выступали как раз не за то, чтобы переделать Россию, а чтобы мой голос-то учли. Ведь у либералов до революции была эта субкультура, она там варьировала. Первые две думы они выиграли вообще, третью и четвертую у них были серьезные фракции. Это первое. Значит, может ли быть локальная революция внутри, так сказать, улучшения позиции этой субкультуры по отношению к другим? Это первый вопрос, который в связи с Мишелем, я благодарен ему за эту идею. Вторая идея, которую высказал Андрей, она в пандан идет вот к тому, что вот сейчас вот я говорю. Это идея того, что Россия постоянно играет в царя горы. И вот это наша идея, что такое демократическая власть? Это власть демократа, который сам себя так назвал и залез на самый верх. Создает ли это институциональную демократию? Мы видели, что нет. Поэтому можно ли прекратить хотя бы... При этом режим останется сложный, он будет не вполне наш, там наша субкультура будет, но вся Россия, вся, так сказать, все пространство, может быть, нам не будет очень нравиться. Но можно хотя бы локально убрать вот этот приоритет, игра в царя горы. Потому что это вообще не государство. Тут кто-то правильно сказал. И не страна, и не государство. Это паханат, условно говоря. Без всяких. Там даже элита не гарантирована ничем. Понимаете, даже свои ничем не гарантированы. Это, если угодно, азиатский способ производства. Так вот, достаточно ли будет поменять правила и Россию освободить от постоянного воспроизводства игры в царя горы? Это вот к вопросу о возможности каких-то локальных трансформаций, которые тоже будут иметь революционное значение. Вот эти две важных идеи моих партнеров по дискуссии, мне кажется, очень ценны, я им за это благодарен. Спасибо, Алеша. Андрей, пожалуйста. Спасибо. Во-первых, было очень интересно. Вы вначале сказали, что будет забавно. Было более чем забавно, очень познавательно. У меня совершенно частное замечание по поводу прикладной политологии. Мы выступаем за плюрализм, за разные точки зрения, и совершенно очевидно, что мы с Алексеем учим разным вещам. Я за то, чтобы анализировать и революции, и драматические иные события, в том числе инерционные, и события, которые знаменуют повороты в трендах с точки зрения моральных оценок. Это важно. Но прикладной политолог в моем представлении должен обладать совершенно холодным умом, мыслить строго, логически, использовать
понятия, если какие-то понятия непонятные, значит, нужно почитать литературу, и нужно понимать политические трансформации, политические события, политические изменения или отсутствие этих изменений, не только сквозь, что очень важно, но не только сквозь призму моральных оценок, но и сквозь призму холодного, институционального, социального, экономического и прочего анализа. Революция – это великий моральный акт, освобождение – это великое символическое действие, но понять революцию вне логики экономических процессов невозможно. Революции случаются не тогда, когда моральное негодование перекипает все мыслимые пределы, а тогда, когда устойчивый восходящий тренд экономического развития сменяется спадом. Это Джей Кривая, это доказанные еще от Токвиля идущие закономерности. Спасибо огромное, было безумно интересно. Спасибо. Мишель. О, да. Я постараюсь опять вернуться к этому словарю, использованному ранее. Мое выступление, похоже, было весьма перпендикулярно другим выступлениям. Не совсем, отнюдь не параллельно. И это мне, так сказать, не мешает жить. Может, я узнал очень много нового. То, о чем вы говорили, это не то, о чем говорил я, но это не важно. То, о чем вы говорили, в большинстве вашем, это ситуация в современной России. Что вполне нормально, это абсолютно естественно. Ну что, интересно, это даже, пожалуй, нечто, так я хочу немножко подколоть моего соседа справа. Ну, справа, так сказать, скажем так, случайно оказавшегося справа, не правым. Вот если судить о тональности тех вопросов, которые ставились, то мой сосед справа должен был сделать из этого вывод, что существуют некие предпосылки для революции в России, сегодняшней России. Вот тональность вопросов такова, вот сегодняшних дебатов. И мой сосед справа сказал нечто, что я записал, что не... это шутка, конечно, что предпосылки революции это еще не обязательно определяет революцию либо кризис. Недовольство революционным дискурсом, революционной речи, революционное сознание. Они могут быть, но при этом революция не происходит. Все это просто потрясающе интересно, но это перпендикулярно тому, о чем я говорил. И в этом, так сказать, интерес сегодняшней дискуссии. Могу ли я сказать что-то о том, что волнует вас? Так вот, единственное, что мне позволительно сказать, учитывая мою позицию, не вне моих симпатий, это другое. Это то, что я пожелал бы России, что бы я не пожелал для России, но я поставил себя на место. Это против, так сказать, совсем другого. Может быть, у меня это не пророчество, может быть, я не пророк, понимаете? Единственное, что я позволю себе сказать, я чувствую. Ну, вне всякой той теоретической капусты, которую... Но я в них, в эту капусту верю. Нынешняя Россия – это комплексная сложность системы, вот в той дефиниции. И вы найдете ее в моем полном собрании моих сочинений. Нужно их прочитать, конечно. Я уверен, что это мои коллеги сделают.
Нынешняя Россия как комплексная сложная система, так же, как и нынешняя Франция, даже если мы завершили все, что нужно было завершить в этом плане, и Россия, и как и Франция, как страны, радикально отличающиеся от их культуры, Тунис, Египет и многие другие страны, они проводники. Вот такой сектор, многосекторной мобилизации. То есть есть случайности исторические, даже если они бывают. То, о чем я вам говорил. Я не пророчу революцию. Вы прекрасно поняли, что революция сама по себе. Мы ее отличаем от кризиса, потому что она приходит к взятию власти оппонентами или некоторыми оппонентами и приводит к падению тех, кто был у власти. Ни к чему иному революцию. Результат революции только в этом. И вот как нужно смотреть на этот результат. Но все наши сложные системы уязвимы для мобилизации социальной. Многосекторной социальной мобилизации. Но это не означает, что автор, каковым бы ни было его революционное сознание, его подготовка, идеолог, интеллектуальная подготовка, вот революция происходит от идеологической гегемонии, так сказать, оппонентов в верхней части цикла, революционного цикла, да и нет. В зависимости от ситуации иногда революция не происходит, когда оппоненты выигрывают, получают интеллектуальную гегемонию в оспаривании существующего порядка. Есть революции и кризисы, которые возникают, когда этого не случилось. Закроем скобки. Да, эти системы, они проводимы. У меня проблема с моим соседом справа. В конце своего выступления, последнего выступления, он очень четко обрисовал вот цели прикладной социологии. По естественным, в силу естественных причин, вы почти все, я думаю, что вы все ленинцы. И мой сосед в частности, и не только мой сосед. В каком смысле ленинцы? В том смысле, в котором я понимаю этот термин, эту концепцию. Вы ленинцы. Вы думаете, что между теорией и практикой существует некая связь? Вот каково тщеславие интеллектуала. Этому тщеславию не следует доверять, тогда вы не будете разочарованы. Сделать понимаемым социальные механизмы, то, что происходит в обществе, не дает права на сформулирование практических рецептов для того, чтобы выступить в качестве автора. Нужно быть прозорливым в плане того, как работает общество, как оно функционирует. Это не самое надежное средство для того, чтобы социально выступать. Клаузевиц. Папа Клаузевиц. Которым Ленин очень восторгался, ну, по другим причинам, правда, но это не важно. Так вот, папа Клаузевиц заявил нечто очень разумное, когда он говорил о военном гении. Военный гений, который так надежный взгляд такой, в конечном итоге, говорит, военный гений
Им движет тщеславие. И что такое тщеславие? Стремление к славе, к власти. И поэтому на поле сражения стремление к славе и счастью приводит его к игнорированию значительной части информации, которая к нему поступает. Он селекционирует, его мысль работает селективно на основе своего тщеславия. Вот почему нет связи между теорией и практикой, непрерывной связи. Когда мы начинаем понимать, как работает общество, это не самое надежное средство воздействовать на общество. Есть практические порядки, порядки действия. Это будет неправильная наука, дурная наука и дурная общественная наука. Но это не случай моих соседей. Они в курсе того, что происходит в общественной науке. И даже с теми в курсе тех вещей, с которыми они не согласны. Когда мы говорим вот о чисто сугубо практических проблемах, важность автономии общественных наук, насколько я понимаю, чтобы перейти к практике, нужно иногда быть слепым, не видеть сложность вещей, к усложнению вещей. И поскольку мы говорили о рациональности, рациональном и иррациональном действии, я не знаю, мне не надо учить вас этому, вы это прекрасно знаете без меня, что очень часто рациональное действие в самом строгом смысле каждого из нас может привести к нерациональным последствиям. Благодаря эффекту агрегации индивидуально-рациональной деятельности, к несчастью, механизмы функционирования таких социальных систем, как и механизмы вот более мелких сегментов общества, они еще сложнее и ничего не позволяет нам предвосхищать, какой бы ни был бы уровень недовольства, желание революции, стремление к революции, стремление к переменам. Я бы вам сказать, а что произойдет, если все эти мультисекторные вещи будут рядом? И мотивации. И не надо думать о том, что революция совершает недовольный. Революция совершает ничего подобного. Мобилизация – это исторические случайности. В другом части общества они должны... Они как бы отстаивают собственные мотивации перед мотивациями других. И агрегированный результат этих – это процесс, который не контролирует никто. Даже французская революция. Она, ее результаты были случайностью. И гораздо более интересны, чем ретроспективные суждения. И русская революция никто не контролировал, не было предварительного проекта, не было какого-то революционного проекта в России, не было какого-то предварительного намерения. Я на этом закончу. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну, я не знаю, как сказать, и мне кажется, что вы присутствовали на таком театральном зрелище, на которое... Нет, спектакль – плохой перевод на французский язык, это было театральное зрелище. Хорошо, пускай будет спектакль, на котором и стиль, и язык, и способ мышления, причем, я хотел бы сказать, всех участников нашей дискуссии был чрезвычайно интересным. Мне бы только в заключение хотелось бы обратить ваше внимание на одну вещь.
Поразительно, что ни у кого из принимающих участие в дискуссии друг с другом не возникли никаких терминологических сложностей. Как будто мы все под революцией понимаем что-то одно и то же. Как будто мы под кризисами мыслим одни и те же процессы. Это было не так важно, потому что важнее было рассмотреть вопросы, о которых хорошо сказал Мишель в конце, которые действительно свидетельствуют о большой внутренней человеческой потребности. Здесь собраны не только общественные мыслители и ученые, здесь собрались обычные люди, которые кроме теории и методологии хотят понять, а зачем нужна эта общественная наука, которая изначально мне говорит, ничего не предскажешь, ничего не поймешь, ничего не объяснишь. Или же будешь объяснять, или будешь объяснять самыми разными вещами. Мне думается, что это была очень интересная дискуссия, и только вот такой вот в виде такой шутки в конце Алексею Алексеевичу хотелось бы мне сказать следующее. Тезис о том, что в нашей стране не произошла революция никакая, это некоторое преувеличение. В нашей стране произошла информационная революция, в нашей стране произошло много революций, а объединяет с Францией нас то, что и там успешно прошла сексуальная революция. Всем спасибо за участие. До свидания.